заботится, чем мы. Мир заботится о мирских людях больше, чем мы друг о друге. Сердца очерствели. Чем ближе к Богу, а я не знаю, может быть, и не ближе. Вроде бы с Богом, вроде бы служение, а с Богом ли? Черствые сердца, окаменевшие сердца, озлобленные сердца. Я просто призываю вас через призму, глазами Бога смотрите на себя, на жизнь людей, которые рядом с вами. Да, Галь? Можешь сидеть с тобой небольшой, сейчас быстро. Конечно. Когда я сдавала квартиру моей дочери, сдавала, я не проверила, там, какие краны у них, там, в ванной, на кухне. И в конечном итоге я сдала, сдала. И вдруг мне этот квартирант звонит, говорит: ой, вы знаете, когда мне звонят снизу, что мы их залили. Я говорю: как залили? Она говорит: так и так. Я говорю: ну и что там? Ну, ты спускался, смотрел. Ну и что сказали? Я говорю: сколько денег надо, на ремонт? Ой, там что-то... Я как-то вроде посмотрела, вроде не так уж много залито, но сказали, что 30 и 10 тысяч еще, значит, за работу. Я говорю: ну, ты не переживай, я сейчас, говорю, это где-то договорюсь, позвоню и договорюсь, сама пойду там посмотрю. И стала молиться, говорю: Господь. И она, говорит, так кричит, он мне говорит: я позвонила, она: меня тут затопили. Я говорю: так, стоп, говорю, почему затопили-то? Вы что, говорю, там в спагах ходите, затопили-то или как? Она: а что вы сколько раз, ну, видно, может, Юлька ее там когда-то заливала, когда она еще жила, или вы сколько раз заливали, и никогда мне денег там, типа того, что не выплачивали, все такое прочее. Ну, я так помолчала, я говорю: ну, я приеду, и давайте я посмотрю, а там уж разберемся. Ну, ладно, она так согласилась, но наорала на меня там тоже, на него и на меня. И я так стала молиться, говорю: Господь, всю эту ситуацию отдаю в Твои руки. Вот как скажешь, так и будет. И вы знаете, я вот просто сказала вот так вот, и все. И я что-то дела какие-то делала, и вдруг, сама у меня мысль-то думаю, как там, что там, когда я пойду, когда что там. Вот. И мне такой мысль: денег ей дать, она там на суд, говорит, в суд подам, и там все такое. В общем, они там бедненько живут, и вроде того, что такая мысль проскользнула, что если даже там и не стоит этих денег, которые она говорит, это уже явно не стоит. Но даже если не стоит... Нет, ну смотри, даже если не стоит, мне как вот мысль такая от Господа была, что все равно как бы, благослови ее. И я собралась в субботу, дождь проливной, вся вот была мокрая, вот так вот пришла к ней. Взяла с собой тортик еще, даже у нее там дети были маленькие, сейчас уже дети выросли. Ну, небольшой тортик такой взяла, захожу, все, она так настроена. Вот смотрите. Ну, я посмотрела, там светильники вот эти. И около этих светильников, два светильника, вот стольчика, протечка, около них. Ага. Да, я аж хотела сморозить, что, ну, где тут вы в спагах-то ходите? Ну, думаю, ладно, не буду. Ну, и там в углу еще, за полками, в углу тоже вот, ну, сколько, ну, сантиметров вот так вот. Как бы немножко. Я говорю: ну, вы знаете, я начала говорить про веру. Говорю: вы знаете, я человек верующий. В общем, все, я начала говорить. Говорю: я молилась, и мне вот Бог проговорил. Вот я сейчас скажу вам сумму. Если вы согласны, то я вам эту сумму отдаю. Если нет, то значит, будем, говорю, тогда или что, выходить в суд, или что. Но я хочу сказать, говорю, видя ваши протечки, они не стоят этой суммы, которую я вам озвучу, который мне Бог проговорил. Ага. Она, вы знаете, она минуты три она стояла, думала. А, нет, сначала я ей озвучила, говорю: вот я даю вам 25 тысяч. Я сняла с книжки, говорю: 25 тысяч. Но я вижу, что не стоит это. Ну, мне так Бог проговорил, я не знаю. Я говорю: они не стоят этого, того, что... Ну, они у них все пошарканы, у них все там... Она, может, хотела за счет нас как бы ремонт весь сделать, наверное. Но Бог с ним. Самое главное, что у меня такой мир наступил, когда я помолилась, и
Бог мне так вот все разложил, что, дескать, ну, благослови ее. И, в общем, это... И она стояла, думала, думала. Я говорю, я вам точно говорю, я просто, меня тоже заливали, но то, что я вам дала, это сам даю, оно не стоит вот этого. У вас еще останется там заменить еще это и какой-то ремонтик маленький сделать. Она, ну ладно, согласна. И вот я ей проверю, что, значит, она так была, глаза у нее, конечно, были круглые, как это мне Бог проговорил, значит, вот эту сумму, все. Я и начала свидетельство говорить, что я не в православии, а я вот в такой-то вот в церкви, там все, и начала свидетельство, она стоит прям. Глаза даже, кто-то позвонил, она говорит, я занята. Вот, в общем, она прослушала все это, прослушала, я ей отсчитала эти 25 тысяч, дала ей тортик, ну давайте я чай поставлю. Я говорю, да нет, мне уже некуда, говорю, надо идти уже, все. Мы с ней обнялись, то есть там вообще просто была... И она, я говорю, ну, если захотите, говорю, вот прийти в такую веру, в церковь, в эту, все. Ну, долго я ей рассказывала свидетельство свое, все. У меня есть ваш телефон, я позвоню. В общем, вот такое свидетельство, Господь, слава Богу. Это сильное свидетельство. Да. Я думаю, говорить, не говорить. Давайте Господу славу. Сказала, что думаю, может, там действительно залило или что. Я говорю, Господь, ну, все в твои руки. Спасибо. Слава Господу! Силы свидетельства утверждаем врага. Аминь. Да прославится Господь в наших жизнях и в жизни каждого из вас, в жизни каждой вашей семьи. Если у вас есть дети, мужья, жены, отцы, матеря, пускай Господь просто благословенно действует в ваших жизнях, в жизнях ваших родных и близких. Я вас благословляю, на этом служение заканчивается. С миром Божьим! Во вторник у вас домашние группы, и в пятницу у нас шаббат. Шаббат без ночной. А уроки? Уроки, вот, сейчас я раздам. Подойдите все, не уходите, уроки у всех вот здесь. Все, кому нужны уроки, подойдите, возьмите. Да они всем нужны, потому что новые. Продолжением. С Богом, драгоценные, благословляю вас. Богом. Спасибо, Сергей. Благословение. Благословение. Спасибо. Слава Богу.